Так, вот, значит, я получил новые инструменты. Я думаю, что теперь мне будет намного легче работать. Это, друзья мои, друг мой из Москвы прислал мне. Русик, большое спасибо, брат, спасибо тебе. Так, это Spoon Carving Knife. Это очень удобная вещь для работы, чтобы делать ложки. Это такой объем, вот так работаешь. Так, ну в процессе я уже скажу. Ну, со снимай нормально. Так, вот еще. Это побольше чуть-чуть. Так, это побольше. Что выглядит очень хорошо. А, это двойной. Даже не двойной. Это с двух сторон и еще с этой стороны вот здесь острое. То есть это чтобы так выбирать, так и так выбирать. Вот. Отлично. И следующий должен быть нож. Это тоже ложкорез, только для больших ложек. Да. И для куксы. Вот, отлично. Очень хорошо. Хорошо заточены, прекрасно. Руслан, дай Бог тебе здоровья. Аллах джан сагласин. Спасибо, брат. Чок сау.